Так, дверки возвращаются. Игорёк над нашим филдом, Варапона да. Лучик. Так, давайте подсветите тут спрячется, севернее промзоны на 2000 с двумя, что будет над облаками. С двумями? Да. Як и лавка. Не бан стрелять даже не умеешь, блядь. Над поляной или где? Да. А, вижу. А где же минус, нахуй? Верхний, да, красный? Да. Попал. Да-да. Блять, как мне так нахуй, блять, штопорят нахуй, ёбаный в рот. Кручку дергает и все. Че пиздец, блядь. Это специально так делают или, блядь, срываются? Управляем штопор. Какой нахуй управляем штопор, блядь? Но он считает, не куда так называется. Управляем штопор, блядь. Смотри, это... Ебать, мне в лоб прошел якорь, нахуй, ебать. И с речки еще один подходит, смотри, контакт. Высота. За тобой. Вижу. Высота. Вижу. Блин, у меня скорость большая. Пиздец. Да нет, ты что, это извращение, блядь, как на лагере, так я ебу, блядь. О, почему они не писали, почему он не сворачивается, это сам трей нельзя на рабочий стол здесь играть, это специально сделано? Ёбаный. У меня так вот. Альтап нажми. Альтап? По-человечески он не понимает, если он кнопку Windows. Это он что, горит так что ли, или что, я в облаках не пойму. А, да, все, одного это сбил. Олег, ты в облаках еще, да? Да. Вышел вниз облаков. Одного я снял, я вот перед тобой, наверное. А второго я не видел куда. Да, он делся. Вот я у кого-то спереди в левом стою. Так, ты видишь, что кто-то в нулях там, блядь, поупасть. Бабах. Так, вот он, короче, вышел из облаков там, где ты первый раз выныривал. Вот он сейчас там. А чего он написал, Серега? Вышел где-то высота... Гений юного фашистика, блядь. О, там пешка там, кого-то. Там, смотри, еще бой. Утюрки, поколение там Next, пешки, блядь. Пешки кого-то. Пешки пикируют за кем-то, прикинь. Охуеть. Так ты видео посмотришь, как мы вчера зафокали это, увидишь. Там момент короткий. Короче, над рекой пешки, блядь. Ты заходишь на него, да, который? Нет. Так, тут и як еще есть. Так, вот я про яка говорю. А, пешка есть. Перед пешкой машина. Тут и якорь есть, нам. Волжского идут обои машины. Пешка стреляет по мистеру? Ахуй. Дожили, блядь. Невиданная напасть. Кто в ножницах стоит с яком? Я. Отлично. Давай. Подходишь?
Да, отрезаем их. Только пидорасы! Как жопа горит, так сразу начинают орать. Не, ну по крайней мере это прикольно, когда. Блять, кто мне в мозг вышел? Это тут кто, я. Там он над двумя квадратами. Да. Ох, что-то пешка кого-то горит, там. Как, блядь. Хорошо. Пешки легко горят. О, 666, сколько 6 кто атаковало, блядь, эту пешку. Бросил. Гена, ты где? Здесь одна идет. Сейчас да и так вообще. Отходи к промзоне. Где река и. На фуке, блядь, тяжело с ним воевать. А, ты на фуке? Я слез сейчас. Ну фок это перехватчик. Перехватчик. Что перехватчик, если он не стреляет толку, ни хрена, если стреляешь в него, она как горохом всей. Ну а жахнул один раз, все, привет. А, кстати, да, у Фоки что-то патроны какие-то, блядь, пустые, блядь. Картошка. Стреляешь. Холостые, но. Черная пыль летит с него, а он такой. Лов говорил, хватает, блядь, два попадания двадцатки и пизда самолета. А там, блядь, херачишь нахуй с Фоки, блядь. Да я на Фоке он недавно лапку расстреливал, блядь, вижу, блядь, хлопки по ней, притом неоднократно. Она как летела, так и летела дальше, блядь, и улетела, блядь. Я охуевший. Вот это, у нас пешечка бомбит Фил. Марафонов. Денька не денька. Сейчас, наверное, меня будет убивать мало-мало. Сука, блядь! Лишний ты тут был, блядь, лишний! Боль, да я вообще спикировал с 2000, на проходе просто. Да не важно, на проходе стрелял. А морда-то упитанная, блядь, на парашюте вижу. Любого советского самолета. Да это, блядь, никто с этим не спорит. Равных нет, вообще ни лавка, ни яка, просто ничего не могут сделать. Особенно здесь, с исполнением вообще вне конкуренции. Не, ну по идее так должно быть. Свалки месяц же получше. Может, и не совсем даже так, конечно. Нет. Потому что никто из нас не летал на реальный самолет. Утверждать нет смысла. Ну, по крайней мере, это очень похоже на то, что говорят огонь, ветераны, и те, и другие. Офигеть. И испытания, ну, да, и самолета. Да. Почитаешь он ветеранов, они говорят, что на Яке можно смело. А реально это неизвестно еще. Нет, но когда появилась эта лавка, и испытали трофейный Мессершмитт, пришли к выводу, что лавка по-прежнему. Она лучше лага, блядь, тем не менее, ветер лучше. Перегрузки зрения и прочее, это, конечно, все накладывает. Ой, блядь. Да, если еще спирт паленый пить, вообще зрение пропадает. Как воевать? Не, жалко, что здесь не дали Як-1Б, блядь, это было бы интересно. Не, ну на самом деле здесь, конечно, блядь, были, блядь, неинтересно. Однозначно, блядь, что в такой толпе, блядь, ветер будет иметь преимущество. А вот когда будут боевые задачи, блядь. Ну да. Немножко все нивелируется. Заполняет, блядь, и победа будет от них зависеть. Да. Тогда уже будет, блядь, интересно. Опять же Ил, вот заходил пару раз на Ила, он такие крутые вещи, что просто, не знаю, не каждый истребитель сможет. Загруженные, блядь, бомбами. Просто. Мест, кто заходит на Боскин 6, двойное, тройное, блядь. Или это Фок, это Фок, или эти здесь. Ой, блядь, старанились 2 месяца. Мало. Ой-ой-ой, да, вообще. Меня сам брал.
Живые остались? Красный. Тебя стреляет. Я в дом упал. Я буду пытать. Ну я ты так. Я вообще 6 снимал. За мной тянется. Да понятно. Ты это враг. Хотел как лучше, получилось как всегда. Весь у меня на промзону и шел вниз, где бой только что был. У меня патроны. В левом. В ноль ухожу, в левом гараже. Там а ножки, ножки давай. Ножки, ну давай ножки. Вижу. Ох, я, наверное, врежу сейчас, скорость перегрузка бешеная. Вижу, дальше иди ровно, нахера ты вверх пошел? Как ровно, он уже плотно у меня стоит. Какой ровно лететь? Давай, ножки, где еще? Вижу, 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 вижу. Блять, у меня, правда, одни пульки нахуй. Одни пулеметы. Я думаю, надо пропускать его будет. Пулемет застучал с новой силой, застрочал. Тут пропускать его это, ловчонок что ли. Тут двое причем. Все попадет. Кто меня простил, не стал попадать. Чисто, 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 зажег. А кто ты его не просил? Снизу еще был один, по-моему. Еще один вверху, да. Пропускал. Гена, ты уходи, уходи, он тебя не видит. Гена, уходи, 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 уходи. Куда мне, зачем уходить? Я бы готов полностью. А, ну все, да, я думал, ты пробит. Нет, он не стал стрелять, когда... Все, я туда сваливаю, потому что у меня пулик больше нет. Осталось еще чуть-чуть. И вниз подменять, это, наверное. Да, я там еще два. Вроде заголовник не снял. Три, блядь. А, вон они. Разворачиваемся, там бой, он низко. Да, у меня есть, пулик нет, я легко разворачиваюсь. Снято. Я опять лес. Я движку каким-то образом, блядь, упорол опять там на большие, блядь. Кто-то его снимет, он за мной вираж опять влево полез. Я так думаю, сейчас распущу вираж, да его отстреляют. Ну, он будет до последнего за мной идти, пока его не палится. Ноги не заклинит. Все горит. 6, 6, 6. 6, да, 6. Убивал. Я шестерка. Окей, шестерка. А, вот, окей. Снимает шестер, ну пока далековато, но фока зря вверх, наверное. Бабах, попал. Одними сера. Так, сейчас, внимание, 6, тут за дымным влево пошел. Игорек. Принял. Да хуя вас тут, реально, блядь. Согласен. Ох ты пробил, сучка. Кучерявая. И чё? Ну успел, блядь. Нахуй. Это заслуженная кара, блядь.